Станислав Саламович, во-первых, с победой вас, даже серии побед. Что вы можете сказать об игре, о сопернике и, конечно же, об игре своей команды? Ну, во-первых, спасибо. Соперник, я и перед игрой сказал футболистам, что это самый сложный соперник из тех, с которыми мы сейчас встречались, для нас, во всяком случае, даже чисто статистически. Ну, своей команде маленький комплимент за то, что выиграли. Ну, естественно, честно говоря, чуть не так играли, как планировали, но еще раз повторяю, победа есть победа. Мы конкретно эту игру разберем и будем двигаться дальше. В первом тайме наблюдалось сильное волнение, во втором оно спало и активнее заиграли. Вот какие вы слова нашли в перерыве? Ну, об этом речь идет, потому что, естественно, хотим понравиться нашей публике, возможно, это и сковывало чуть-чуть. Поэтому в перерыве я сказал, во-первых, надо успокоиться и играть свой футбол, который присущ нам, и ребята услышали, и играли чуть лучше, но не так, как бы хотелось. Большое спасибо, удачи!